Visiem čau, tā atkal es Kristīna, un šodien es jūs paņemšu līdzi uz fotosesiju Darijai. Viņa mācās Sanpēterburgā par aktrisi, kā arī brīvajā laikā taisa rotas. Video tiks sadalīts trīs daļās. Pirmā daļa pirms fotosesijas, otrā daļa fotosesija un trešā pēcapstrāde. Меня зовут Дарья Дмитриевна Мелехова. Мне 22 годика. Чем я занимаюсь? Я выпускница актерского курса заслуженного артиста России Николаевича Поздеева, но, к сожалению, в связи с нынешней ситуацией, я вынуждена заочно вот так вот заканчивать все. Зато ниоткуда без добра, я вот тут вот сейчас с Кристиной. Я так понимаю, сегодня наша главная тема — это мое украшение, которое я делаю своими руками из сутажа. Mm-hmm. Из сутажа, кристаллов Сваровски, других кристаллов, бусин, бисера и так далее. Просто сижу и вышиваю. Вот. Плюс к этому я всегда на курсе занимаюсь сценографии, то есть я делаю декорации различные. Мне очень нравится заниматься идеями конкретных спектаклей, потому что у нас же каждая вещь что-то значит. Как по Чехову, если ружье висит, значит, оно должно выстрелить. Вот. Ну и поэтому мне нравится придумывать вещи, которые несут за собой какой-то смысл, которые что-то олицетворяют и так далее. Как бы учиться в Санкт-Петербурге было? Ну, есть. Круто. Круто? Не, на самом деле у меня было такое, что я не была в Питере ни разу, вот, за время учебы здесь, в школе, но я точно знала, что после школы я хочу учиться в Питере. Я еще даже не знала, на кого конкретно, но знала, что хочу в Питер. Вот правда, вот как-то так вот сразу. И поэтому, когда я услышала, что я поступила, то, ну, вот не писать словами, что я пережила и как я обрадовалась. Твои мечты в плане карьеры? Угу. Ну, сейчас главная мечта, касаемая карьеры, это чтобы побыстрее закончился вот этот ненормальный период. Да. Вообще, на самом деле, очень грустно, что именно на выпускном курсе это случилось, потому что у нас должны были быть дипломные спектакли, мы должны были играть спектакли каждый день. Насчет украшений, где ты училась делать их? Знаешь, как я говорю в таких случаях? Просто берешь и делаешь. Если тебя что-то конкретное интересует, окей, Google, и пошел. Ты была в России, когда давала интервью Пете Алай. Расскажи, как ты вернулась обратно во время карантина. Это секретный материал. У меня есть пару фотографий, ну ладно, не пару, четыре, с твоего Фейсбука. Хочу, чтобы ты назвала эту фотографию, ну, как, вот, как картину, как было, какое название было в этой фотографии, да, дала название, и прокомментировала, что там происходит. Ну, это, выбралась из ближайшей лужи, как сказать, в общем, у меня был курс грима, и было простое задание сделать нос. Из именно грима. Да. Вот. И надо было сделать горбинку, как бы справить себе нос, сделать и так далее. Я сделала это задание, мне стало скучно, потому что я с ним быстро справилась. Я поняла, что хочу попробовать сделать что-то интересное. Все началось с того, что я вспомнила Малефисенту, решила сделать скулы, потом они получились немного другие, потом пошла, я увидела золото на столе, и потом пошла, и получилась какая-то вот такая инфузорета. Это? О, это мое самое любимое состояние по жизни в мастерской. На заднем фоне ребята готовятся к музыкальному фестивалю. Мы ездили с ними в Нижний Новгород. Я ездила в качестве поддержки и, скажем так, продюсера. Вот. А здесь сижу я. Это на самом деле пижама, но она же и костюм в одном из спектаклей, который, к сожалению, не состоится. Вот. Ну, и просто, когда у меня плохое настроение, я открываю целую плитку шоколада и ем. Не часто, но бывает. И название тогда? Голодный тигр. Я была голодные игры. Игра голодного актера. Мне уже страшно. Что такое откровенное? На самом деле здесь все сделано вот этими руками, потому что это создание костюма спокойной Гертруды, матери Гамлета. Это не до конца завершенный костюм, просто это корсет и, скажем так, украшение на шее. Фотографию я скидывала
педагогу, чтобы показать, что процесс идет. Но я потом скинула маме, мама скинула в Facebook и понеслась как бы. Должна была быть еще такая, как королевская накидка, вот с такими штуками. Ну, не сложилось из-за коронавируса, скажем так. Вот. И название? Королева бардака. И следующее, это, наверное, с ковидом связано. А это, в принципе, относится к предыдущей фотографии. Это просто... По сторонам это огрызки банки Pringles, здесь это просто бутылка отрезанная, эти ремешки, это вообще не помню откуда, лучше не вспоминать, откуда я их взяла. Это тоже одна из деталей костюма, который к спектаклю, который должен был состояться, ну, в стиле стимпанк, как я уже сказала, и так далее, вот. И, опять же, та же схема, я просто сфотографировала педагогу показать, что работа идет, прислала маме ради прикола, ну, и оно попало в интернет навсегда. И название тогда? В тренде. Ходила на тусовки? Нет. Вообще? Вообще. И у меня учеба была на первом курсе, на втором точно, на третьем, четвертом над нами немножко жалились, но у меня реально была учеба с 8 утра до 10 вечера. Ё-моё. 6 дней в неделю. Да ладно. Иногда брали в воскресенье. И просто ты спишь, ну, наверное, часа 2 в сутки. Всё. И поэтому речь о каких-то тусовках, там, дай бог дожить вообще. Я засыпала в любом положении, стоя, сидя, не знаю, вверх тормашками. Мы ловили друг друга на пути домой и на пути в институт, в метро, чтобы мы не упали, потому что мы реально падали от того, что мы хотели спать. Расскажи о мастерах. Они все... Блин, а если они будут смотреть меня? Они все хорошие, все у нас хорошо. Нет, на самом деле, это действительно правда, потому что у нас все мастера разные. Мастер один, педагоги разные. Все педагоги разные. Мне кажется, вот это вот люди талантливые от Бога, потому что настолько любить свою работу, настолько точно передавать свои мысли, эмоции, переживания через нас, делать вот эту всю работу, вообще справляться с нами. Мы же тоже еще такие неуемные, в принципе. Кто-то зазвездился, кого-то до третьего курса нельзя было раскрыть. Если кто зазвездился, вы же только учились. Ну, как бы. У нас зазвездили с того момента, как поступили люди. Ясно, ясно. Ну, из какого-нибудь, не знаю, Тьму таракань, я приехала и поступила в Питер, в Институт культуры. Ты чё? Всё, звезда, вот такие крылья, я... Где мой Оскар? Так что, а мастер-курсы это вообще без слов. Просто. Николай Юрьевич, любовь безграничная. Просто. Если вы думаете, что быть актером это просто нужно выучить текст, красиво накраситься, сделать прическу и пойти на сцену, нет. Нет и еще раз нет. Первое, что вас ожидает, это большое-большое разочарование того, что это непростая профессия. Ну, я только, наверное, с врачами могу сравнить, как ты уже сравнивала. Но морально это очень сложная профессия. Вот я уже рассказала, как проходил первый курс. Это абсолютно везде так. Многие ночуют, то есть не возвращаются домой, а ночуют прямо в мастерских для того, чтобы, сделать свою работу и так далее. Нужно понять, что личная жизнь, ну, по-хорошему, да, если мы говорим про хорошего актера, должна отойти на второй план. Вот. Очень надолго? Если, на всю жизнь? Ну, если ты хочешь что-то достичь, да, как бы, действительно, ты не покрасоваться, не свое имя вынести, а именно вот какой-то прорыв, скажем, сделать, да, чтобы, ну, то тогда, ну, не скажу на всю жизнь, но надолго надо забыть о том, что есть такое слово «я». Ты целиком должен отдаться профессии. Вот. Во-вторых, если ты актер, ты не имеешь права на вопрос, умеете ли вы там то-то, ответить нет. Ты должен уметь все. Ты можешь соврать, ты можешь импровизировать, но ты должен, ну, вот просто быть полностью в себе уверенным, что ты можешь все.
got enough of every melody. They all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections. Answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I tell you, dog, cause I'm feeling so good. Get away with it.